Разворачивает он игру на левый фланг. Камбаров промес. Тут же Зубнин. Очень высоко играет Роман. И может идти, потому что здесь пространство для его прохода есть. Классно! Попов! Бей! 1-0! Вот это да! На 7-й минуте! Попов. Между линиями открывается сейчас Зубнин. Пока очень хорошая работа и его, и Ломовицкого, Ещенко. Подача в штрафную. Здесь хорошая скидка. Промес. Удар. Рикошет. Ух ты! Ну, где мяч? Где мяч? Надо доигрывать момент. По-моему, гол. По-моему. Красавец Максименко. Подача. Попов. Так, у нас пенальти. Максименко. Диагональ первая в сегодняшней встрече. Какая точная прошла от Вареллы на фланг. Матос. О, действительно, что творит, а? Ой-ой-ой-ой-ой. 2-2. 2-2. Правый фланг. Путилось Адриано в обороне уже. Да что ж такое? Да что ж такое? Третий мяч. И опять правый фланг. Ну просто катастрофа какая-то для Спартака. И вот...